На меня чуть-чуть развернись. Нет, на меня, на меня. Вот так. Теперь куртку застегни. Ну и шапку сейчас сними тогда. Чуть ниже голову. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных профилактических мероприятий в рамках создания временного оперативного штаба по раскрытию и задержанию лица, которое подозревает в совершении ряда серийных нападений в городе Саратове, Энгельсе, был создан временный оперативный штаб. В результате проведенных оперативно-розыскных профилактических мероприятий сотрудниками управления МВД России по городу Саратову при проведении оперативно-розыскного мероприятия отождествления личности, значит, по имеющимся в наличии ориентировкам был задержан подозреваемый в совершении данных преступлений. В настоящее время данный гражданин дает признательные показания о совершении на территории города Саратова и города Энгельса ряда разбойных нападений в подъездах домов, которые он совершил в течение месяца под угрозой с применением ножа, холодного оружия. Значит, в настоящее время проводится расследование, проводится необходимый комплекс следственных действий, обыскового мероприятия. Задержание данного преступника послужило имеющейся на основании проведенного анализа информации о лице, которое занимается совершением преступления, на основании показаний потерпевших свидетелей, очевидцев, был составлен фоторобот. Также использовались записи камер видеонаблюдения, установленные на улицах, в общественных местах, в результате которых удалось составить подробный фоторобот преступника. Также использовались камеры и изображения камер видеонаблюдения. И в результате проведения мероприятий был задержан данный гражданин. Предварительно по проведенной первоначальной проверке данный гражданин подозревает в совершении 15 преступлений на территории города Саратова и Энгельса. Задержанному 35 лет, он является жителем Татического района Саратовской области, ранее неоднократно судимый, в декабре освободился из места лишения свободы, где отбывал 9 лет лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Официальный комментарий, да, вот так же, как стоит. Да, Юрий, я вчера...
То есть с рисунком цветка с правой стороны. Шапка бежевая с рисунком цветка с правой стороны. Ботинки черные, короткие. Кофта в полоску бело-желто-красная. Кофта в полоску бело-желто-красная. Среднего телосложения. Волосы черные, короткие. Одета. Черная шапка с узором. Черная шуба из искусственного меха до колен. Черная шапка с узором. За что задержан? Задержан по подозрению в серии разбойных нападений. Серии это сколько? Ну, сейчас пока еще выясняем. Ну, а вы сами сколько совершили? Более 10. Более 10. То есть более, значит, вы не уверены точно сколько? Да. На момент совершения преступления вы находились в алкогольном опьянении? Когда в трезвом, когда в алкогольном. Как правило, нападали на кого? Женщины, подъезд, лифт, угрожая ножом, забирал деньги и золотые украшения. Возраст? 36 лет. Не ваш, а женщины, примерно? Не выбирал я, самый разный. То есть речь о пожилых, не только? Нет, никак, это самое, да. Что забирали? Золотые украшения, деньги. Ну, деньги я должен был. Много денег должны? Около 50 тысяч. Вот так вот. И сколько вы так вот наварили, скажем так, в общем? Ну, около 10. Вот со всех эпизодов около 10 тысяч всего? Нет, я имею в виду, отдал 10 и что-то где-то как все равно на это самое. Жил, проезд, питание и так далее. Сами свой поступок как оцениваете? Раскаяния я вас, вот, честно говоря, не вижу. Ну, конечно. Есть или нет? Равнодушно. Абсолютно. Равнодушно. И объяснял все так-то, свою позицию, свои взгляды, свое отношение вообще ко всему. Скрывались вы на автобусе, да, в Омерске? Ну, когда как, когда на автобус. То есть вы как-то следили за человеком, нет? Нет, я шел по улице. И случайно иногда попадались вот так вот в случай, что дома с лифтом и одинокая идущая женщина. Спасибо.